Привет, друзья! Опубликованы кадры управления российской роботизированной машиной для разминирования МТ-2. Дистанционно управляемый робот МТ-2 создан на базе погрузчика ПГ-1 заводом ДСТ «Урал». Роботизированная машина для разминирования оснащена броней и управляется оператором с выносного пульта или смартфона. Роботизированная машина МТ-2 способна делать проходы в минных полях шириной 2,3 метра. Машина оснащена видеокамерами. Фронтальной, двумя боковыми и одной видеокамерой сзади. Технические подробности и степень бронирования не сообщаются. Минный трал, представлявшему вниманию, МТ-2. Его спроектировали на заводе ДСТ «Урал». Вот, это, значит, модернизировали наш образец, погрузчик ПГ-1. Значит, взяли за базу погрузчик ПГ-1, добронировали ее, убрали кабину, так как, значит, установлено дистанционное управление. Вот. Установили рабочий орган, как я говорил, есть два рабочих органа. Основной — это бойковый трал, вот. Значит, размером 2,30, позволяет уже такую широкую полосу, значит, проделать, сразу может за нами идти там вплоть до автомобиля, вот, проходить, значит, по проходам. Устанавливается капковый трал, тоже с такими же размерами. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.